спорту надо приучать с детства. Именно поэтому сегодня в школе самбо и дзюдо прошел детский праздник «Круг здоровья» среди березняковских дошколят. Малыши показывали танцевальные зарядки в разных вариациях. Искра в этих ребятах видна невооруженным глазом. Так и хочется присоединиться к ним. А вот наши героини из детского сада 66. Талантливые девчонки, так они себя называют. И правда, они не дают оторвать от себя глаз даже после выступления, рассказывая о своих впечатлениях. Круто! Нам это очень понравилось, мы старались. Как думаете, для чего устроили вам этот праздник? Ну, чтобы мы, например, порадовались, чтобы мы выступали. Еще больше радуются воспитатели, и они, несомненно, видят одни плюсы в подобных спортивных праздниках. С одной стороны, это и объединяет детей, объединяет желание участвовать во всяких мероприятиях. Это очень здорово, дети развиваются, стремятся к чему-то, потом становятся спортсменами. Кстати, мероприятие уже проводится не первый год и с каждым разом набирает обороты. Сегодня, например, зажгли танцпол 135 ребят из 27 команд. Хоть главная цель праздника как следует повеселиться и еще больше полюбить спорт, лучшие из лучших все равно будут выделены. Данное мероприятие называется «Больше праздник», но выявляется 5 лучших команд, и они приглашаются на празднование непосредственно Дня физкультурника, который будет 10 августа, и они уже, вот им бонус, то, что они выступают на большом празднике, 5 лучших. А заниматься спортом и быть здоровыми вам желают Анастасия Гордеева и Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья.